Ежегодно сотрудники ГИБДД Амурского района совместно с добровольной народной дружиной города Амурска в начале весны проводят акцию «Цветы для автоледи». Как это происходило, смотрите далее. Тюльпаны – символ весны. Инспектор пока держит за спиной. Сюрприз все-таки. А вот и первая автоледи. В преддверии Международного женского дня инспекторы ГИБДД совместно с добровольной народной дружиной города Амурска поздравляли всех женщин за рулем. Вместо проверки документов строгие полицейские дарили прекрасным дамам тюльпаны и открытку с пожеланиями весеннего настроения, радости и улыбок, а также безопасных дорог и безаварийной езды. Поздравляю с наступающим 8 марта. Спасибо. Да, удачи на дороге. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Наверное, многие женщины-водители были сегодня удивлены, потому что впервые после остановки их сотрудникам ГИБДД им не нужно было предъявлять документы, а пришлось получить подарок и поздравления в честь самого весеннего праздника Международного женского дня. А некоторые автоледи и вовсе дают волю своим чувствам. Всех благ с наступающим! Ой, спасибо! Обнять, поцеловать. Спасибо большое. Неожиданно очень. Всего доброго. Цветочный патруль – уже традиционная акция Амурской госавтоинспекции. Прекрасные женщины отметили, что такая встреча с сотрудником – очень приятный сюрприз. Заряд хорошего настроения гарантирован на весь день. Ведь очень приятно услышать из уст дорожных полицейских не строгое наставление, а поздравление и доброе напутствие. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».